Всем привет, с меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в Hitman 2016. И сегодня мы будем проходить третью миссию из компании «Нулевой пациент». И мы проходим, я вам как сказал, третью миссию. Так, сюда я уже не буду смотреть. Так, мы играем за снайпера, сразу говорю. И мы сейчас будем убивать просто цели. Так, убиваем сначала самого главного. Это значит, что у нас получается вот этот чел. Мы его просто убиваем. Тихо, тихо, тихо. Оп! Не попал. Не попал? Все. Мы его как раз... Видели как надо. Так. Так. Ищи цель на заброшенной свалке. Ладно. Это здесь. Получается, да? Или же заброшенная свалка это где? Заброшенная свалка это здесь, получается. Может быть, нет. Вряд ли это он. Нет, это не он. There was a non-target kill, 47. Be more careful, please. I have something, 47. More doctor's notes. Subject presented paranoid or psychotic behavior. Mid-stage delusion. Promising. Ну явно это не эти двое. Вот раз, два. Это точно не они. That wasn't one of your targets, 47. Так что мы смотрели даже не... Я смотрел даже не сам. This is tricky. His medical records indicate a sudden range of paranoid behaviors, nervousness and anxiety attacks. Да что я в тебя попасть никак не могу. Да попадись ты уже. В общем, сейчас посмотрю, что еще можно. Так. Stay focused. Например, здесь. More doctor's notes. Subject presenting paranoid or psychotic behavior. Mid-stage delusion. Promising. I don't like this Dr. 47. Regardless, look for someone nervous or scared. Так. Wait one second, 47. I have an update. It's trying to fix up an old tractor, 47. Repairing it, it seems. Working with someone else on the job, though. That wasn't one of your targets, 47. He's what? That was a non-target kill, 47. Be more careful, please. He's trying to fix up an old... Wait, 47. One of the infected is trying to escape. Take him down now. We can't let any of them get away. На свалке это где? На свалке это получается здесь. И он садовником работает, то есть это вот этот чел. Нет? That was a non-target, 47. Stay focused. Значит, это чел вот этот. He wasn't one of your targets, 47. One of the infected targets has almost escaped, 47. Вот он. Take the shot. Хоп. Все, мы не прошли. Не получилось, ладно. Не получилось пройти. Ну да ладно, сейчас еще раз повторю. Потому что я не знаю, как проходить эту миссию, я еще ее не прошел. За первый раз я не раз. Сразу убиваем его. Не убил? Вот, убил. Странно, что первый раз не попал. Так, нам нужен кто? Scottish accent, hard of hearing. That can only mean one thing. Может быть этот? He'll be working with explosives. Check the range by the windmill. Полигон у ветряной мельницы. Вот она, полигон. There's something here. He's taking an inventory, 47. It's not online though. I guess he's using a clipboard. Вот. Right. This should be helpful. The target is assigned to safe cracking. Something of an expert, apparently. Look for someone setting up explosives on the safe. Используй доску планшет. Вот он. Нет. That was a non-target, 47. Получается, это... Wait, 47. One of the infected is trying to escape. Take him down. Что? We can't let any of them get away. He wasn't one of your targets, 47.
Короче, я не знаю. Я убил все правильно, я не знаю. Давайте еще раз я перезапущу миссию. Может, хотя бы так у меня получится что-то сделать. Так, сейчас. Ладно. Так, ладно. Мы сразу берем это, берем вот это. И стреляем. Все, сразу этого убил я. Так, теперь кто у нас? Теперь куда мне смотреть? Сюда? Цель на карауле, где-то на свалке фермы. Свалка в карауле на свалке. Вот свалка, получается. А где? This is tricky. His medical records indicate a sudden range of paranoid behaviors, nervousness and anxiety attacks. Ну и где это? Ну, допустим, свалка это где? Свалка это может быть. А, вот свалка. This should help ID him. This should be easy to spot. He likes to play the guitar. Играет на гитаре, вот. Значит, получается, это. Нет, это не этот. Получается, это чел с гитарой. Вот, чел. Вот он! Тихо, убиваем его. Нет! Как так? Да вы издеваетесь, там никто больше на гитаре не играет, вы чё? Я даже нашел. Как ее звать это? Давай, стреляй, стреляй же, блин! Раз. Два, убил двоих. Будь внимательный. Ну куда мне стрелять? Куда? Я не знаю. Кто здесь еще на гитаре играет? Вот. Нет, нет, нет. Только он играл на гитаре. Играет на гитаре. Я не знаю, кто еще больше играет. Вот, кого-то тащит уже. Так, убит. That wasn't one of your targets, 47. That was a non-target kill, 47. Be more careful. Да кто здесь еще остался? Я не знаю. Да это чел. One of the infected is trying to escape. Он убегает. Вот он. Take him down now. We can't let any of them get away. Черт. Давай, 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 давай. Он не должен попасть. Ну когда ж я попаду по нему, блин? Давай, 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 он не должен бежать. Все. Да не получилось у меня его убить, короче, я не знаю, как сделать. У меня просто не попадают по нему пули, ладно. Еще раз сейчас перезапущу. Может, в третий раз. Так, ладно. Убиваем сразу этого, которого мы видели. Так, чела, чела, вот он. Убиваем его сразу, наверное, не нужен. Так, сразу смотрим, кто у нас. Вот этот чел, вот этот вот чел. Вот. Он на гитаре играет. Мы его сразу убиваем. Вот он. Почему посторонний? Он нормальный. Это он бежал, точно. Он убежал! Как так? Уже? Не может быть. Значит, кто-то уже бежал. Я не знаю. Ладно, еще раз. Давайте. Так. Хоп. Минус один. Так, ладно. Давайте вот просто, давайте послушаем, что скажут. Тогда уже будем думать. Кого мы ищем? Сейчас посмотрим. Да мне прям этот прям что-то прям дает такое прям. Так. Что дальше есть? Here we go, 47. This might be tricky to spot, but you're looking for someone sweating a lot. Most likely a symptom of the infection. Да, конечно. Так, этот чел стоит. This should help you narrow the search down a little. The target is on a break near the barn. He's a chess player. Он шахматист у сарая. Сарай, значит, где-то там. Шахматист.
Ну, шахматист это кто? Это я не знаю, кто шахматы играет. Have you located the target? Блин, да как так? Нет, 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 нет. Я неправильно убил. One of your targets, 47. Я знаю, что я неправильно убил. Так надо. Так. У кого перерыв может быть? Кто сейчас у сарая играет в шахматы? Вот это только чел. Он ест. Да, это сложно. Это очень сложно, да. Ладно. И сидят. И что-то делает. Кто что делает? Что-то делает. Так. Точно не здесь, потому что если бы здесь, тогда бы было все понятно. Ладно. Я уже начинаю... Нет, не... блин. Нет, 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 он запалил его, он запалил. Все. There was a non-target kill, 47. Be more careful, please. А кто бежит? Вот, блин, почему они бегают? Wait one second, 47. Вот когда они бегают, прям вообще... Это мешает. Так. That was a non-target, 47. Stay focused. Right. This should be helpful. He's smoking now. Так, а кто здесь? Вот. А этот? There's no more information, 47. Вот он. View the intel I found for you. Это он. That's the first infected target eliminated, 47. He wasn't one of your targets, 47. Просто так все убивать. That was a non-target kill, 47. Be more careful, please. That was a non-target, 47. Stay focused. I'll have information on your next target shortly. He wasn't one of your targets, 47. That wasn't one of your targets, 47. Два их осталось уже. Wait. Okay. Target kill confirmed. That wasn't the one I was providing you info. Один остался. Target down. Excellent. Это очень... Можно сказать, это вообще очень просто. Раз. Два. 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 Let me just confirm. Надо уходить уже, все. Yes, that's all of them. Мы прошли! Мы прошли эту миссию! Да. Вот почти что так же я прошел, когда первый раз играл. Так. Даже что-то новое дали. Ну да ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока!